Всем привет! Сегодня готовлю огурцы, тушеные в сметане с грибами. Звучит непривычно, но на вкус очень вкусно. Готовится быстро и могут разбавить однообразное будничное меню необычным вкусом. Свежие огурцы 500 грамм нарежем четверть кольцами. Луковицу порежем кубиком. Свежие грибы, шампиньоны 300 грамм порежем пластинками. Можно заменить на лесные, предварительно отваренные. На сковороду наливаем немного растительного масла, кладем огурцы и обжариваем 5-7 минут на большом огне. Добавляем лук и обжариваем еще 2 минуты. Кладем грибы. Готовим до появления жидкости. Теперь добавляем половину чайной ложки соли, черный перец. Измельчим 2 зубчика чеснока. Берем 200 грамм сметаны, у меня деревенская. Добавляем половину столовой ложки муки и перемешиваем. Сметану можно заменить на сливки. Добавляем сметану к огурцам с грибами. Перемешиваем. Закрываем крышкой. И тушим все на медленном огне минут 10, иногда перемешиваем. Посыпаем зеленью, снимаем с огня. Можно подавать как самостоятельное блюдо или подавать как подливу. Огурцы вбирают в себя запах грибов и немного похрустывают. Одним словом, нужно попробовать. Очень вкусно. Если вам понравился рецепт, тогда ставьте лайки, пишите комментарии. Вам не трудно, а мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!